Чтоб прям волки были. У-у-у. Там даже все... дело не в том, что они вот приятный момент, когда они перевернутся, да, эти волки. А если не перевернутся, у меня все равно там идет к ним дикий прибавка к атаке. У меня там три чары, то есть это плюс 3-3. Всем тоже. Волкам, вервольфам и прочим вот этой шляпе. Тоже верно. Может, там еще какие-то растишки положить. Хотя... Да они не лезут туда, растишки. Да, они их там переворачивают, короче, обратно. У меня сейчас уже 61 из-за того, что... Ой, хорош, хорош, хорош. Или не хорош, блядь, зеленый вообще нету. Так, ладно, ставлю. Ну ты чё делаешь-то, а? Так вообще ничего нету, да? Вообще ну так-то нормально. Бля, и равнину дал, бля. И это, и это. Вот, у меня есть одни стихийные узы. Ну хорошо же. Так, ну это, конечно, маленько надо оптимизировать колоду. Например, клятва Гедеона тут вообще нафиг не нужна. Кто? Ну, клятва Гедеона. Тут, короче, идея какая. Так. Тут идея в том, что типа ставишь чары, потом их жертвуешь. Ну, чары вот именно с эффектом пожертвования, а потом вот этим авромантом возвращаешь их с кладбища и по новой. Ну да, нормально. То есть тут даже вот особо не нужны чары, которые вот именно ауры. И особо не нужен ауромант, который вытаскивает ауры. Тут вот именно... Тут у меня еще есть какая комба. Стихийные узы выходят, возрождение вот этой стаи выходит, и все существа, которые с атакой 2 и стоят 2. Все, которые приходят... Уже как 3. Ну да. Начинают всех гнобить. Снайпер сзади. Сзади. Чуть я прям захотел, натуре, этот лоб играет. Давно я свою девочку сарак не видел. Как она там? Давай, сыграем. А чё ещё это говно вот это делает? Который... А, жетон верности, точно. Это нормальная тема, кстати. Где? А, клятва? Ну, то, что плюс один, да, клятва. Да, так у меня тут планслокеров не лежит. Тогда. Блин, вот еще бы было бы что-нибудь, что сжирает чары. Так, что это... сжирает чары? Ну, это этот клоун, который, как он, 2-1, который выходит и убивает артефакт чары. Валил бы свои чары, бегал. Не, ну, типа сжирает за какой-нибудь клевый эффект, там, не знаю. Не просто так. Так, духов пошло. Ну все, сейчас начну дровать. Следующего хода. А чего у меня бегает на 2, я в него буду на 2 бегать. Ничего не знаю. Получи. Угу. Сейчас, я думаю, он подумает идти в атаку. А, он пойдет. Что-то какие-то компы попадают с одинаковыми штуками. Ну, нет, ну это уже не та, что попадалась нам раньше. Ну как, у них там маленькая синергия там друг с дружкой. Сейчас у меня пойдет синергия, я сейчас буду карты дровать ездить. Как надо. У тебя вообще, да, нам там попался же какой-то... Там, один там какой-то черный дрозишный, другой такой же примерно. Да, она не страшная, пока у него карты. Вот такой. Какой шикарный расклад. Ну-ка, работает же, да? Да, работает, видишь? Так, а это что делает? А это убивает добродушных незнакомок.
Так, бля. Угу. Хорош. Ой-ой-ой, интересно так это получается. Он нормально. Вот говорю, вот эти клятвы, они маленькие, не в тему тут. Им нужны плейнсволкеры. Ну да. Нет. Мои дачи, мои скакуны. Это хреново, кстати, у него это говно. Ты сколько, если у него... Блять, нельзя выставлять колосса, пока он мне не сольет эти все, все вот эти вот. Шкиребе, блядь. Ну смотри, смотри с позитивной точки зрения. Он же уже выкинул один этот. Да, да, да. Значит, сейчас у него на руках, скорее всего, уже нету. Значит, колючие волки, наверное, отъедут у меня, походу. Бля, землю нельзя сейчас скидывать. Да чё же она дорогая такая? Ну, двойной удар, я тебе скажу, это такое. Так, я думаю, сосуд приберечь, приберечь, да. А ты приберёг бы, да, там же пацаны выйдут эти. Ну да. Чё, волка сливать или не надо? Блин, убил одну незнакомку, вторая появилась. Что такое? Да, у него там, как дурака фантика, три штуки. Блять, идти волком или нет? Ну, у того первый удар, как бы. Ну да, но он умирает в любом случае, даже если первый удар. Ну да. Просто фишка в том, что волк-то, он тоже, конечно, накопительная сила. Чем больше волков, тем они сильнее. Ага, я вижу. Дрон, блять. Жевать. Какая-то лапша с головой, блядь, осьминога. Чё он там умеет? Ну? Целевой оппонент. Кстати, неплохо. Блядь, какие-то слабые маленькие карты, а ебошут, мама не горюй. Тот ссаный дрон, я его не всегда запомню, тот какой-то летатель. Он просто скидывает карты. Так это... Берёшь через эту, как её, через Ниццу играешь, набираешь себе миллион карт. Угу. Да, базовых. Или он, она только землю берет, зеленую. В смысле скидываешь? Ну, в смысле, вот этот маленький дрон, он берет, короче, три карты, поворачивает и скидывает, и изгоняет мне верхнюю карту колоды. Ну, там надо, чтобы одна бесцветная и одна любая. В смысле, одна, куда? Одна вот с ромбиком вот это. Так, блядь, ну, то есть ему на одной зеленой, короче, он не проживет. Каким образом он стал 5-3? Я считал, просто упустил. Смотри, какой дров жесткий. Охереть, да? Это как круто, мне прям нравится. Почему, блядь, на туре он 5-3 стал? Потому что, блядь, этот закуп получил. Плюс 1-1 жетон на него кидает. И чё, навсегда? Да. Не, там вот эта земля, короче, которая... Типа, если... Я вижу, да, я прочитал только, что это говно, короче, плохо. Просто он и себе, типа, положил, и тот ему положил тоже. И она понимает, в чем прикол, он даже ману не тратит, он просто крутит эту шляпу, блядь. Ну. Ну вот это только в тот ход, когда он вышел, можно сделать. Да, то есть вот он вышел бесцветное существо, он на него бах-бах плюс 2-2. Я не вот думаю, что это в нашем ходе. Эльдрази, что ты хочешь? Это типа колода, которая в Legacy формате что-то может. А Legacy это там, где все карты вообще там с начальных выпусков. Mm-hmm. Почти там все разрешено. А где твои пацаны? То есть ты представляешь, какие там ужасные комбо?
Ну да, в принципе, блядь. Хотя они там и могут не сами по себе, а там, ну, с какими-то легасевскими еще картонками, но... Вроде бы. Че, в атаку идет? Смотрим. А я его убью волками, если он пойдет. Он испугался волков и не пошел никуда. Конечно, испугался. Но сейчас это... Это же еще... О... Это не все. Нет, не все. Блять, смотри, крылатый просто есть крылатый. Если выставлю, будет тоска. Не надо его выставлять. Ну, смотри. У тебя просто по три все будет стоить. Не, мне-то пофиг, у меня пока нечего такого играть. А у меня даже переворачиваться-то некому, так что пускай все. Вообще могу сосуд еще один поставить. Все равно одна чарка остается в руках. Где твои пацаны, которые минус 2, 2 дают? Нет. Тут пора уже, пора выходить, ломать все. Я согласен, но что-то не видно. Опять какая-то фигня. Фу, блядь, что за члены органы у меня стреляют? Жгучий писюн. Жгучий гелеван. Сейчас я флайеров буду выводить из-за стенка. Чего она делает? Да просто трампл дает. А вот такая тех, кстати, нормальная же, да? Ну она как раз зелено-красная, да. За 3-3-3, блять. Опять этот дисбаланс жесткий. За 3-3-3 плюс способность. Ну она, во-первых, ну как, и 20 надо на розыгрыш, не один. Потом она что там? Необычная. Не. О! Ну ей же завезли. Ну чё, братан? Настало твое время, выходи, одинокий. Чё он делает? Да есть же, блядь, смотри! Нормально. Я тебе говорю, я сейчас просто буду через разбойничий проход его долбить. До посинения прям. Так, не слетаю. Блядь, ну на единичку. Блин, там флайер есть. Что да, такое? Флайер-то есть. Я тут думал, смотри, что всех... Всех я обманул. Оказалось, что не всех. У тебя дров какой-то есть, прям карт нету? Нету. А какой дров укра? Ну, черного есть дров. Но там опасный дров там у черных. Там жизни за дров теряешь. А вампир есть же. Все нормально, как раз баланс. Балансируешь. Ну да, балансируем. Что эти жгучие писюны тут понавылазили? Ну ёшкин салат. Вы такие хорошие. Корабли какие-то. Сейчас это будет летать и жизни получать. Эй, блядь, чё, кумская была. Ох, масримувала сюда. Залупенька какая. Не завезли. Давайте мне волчат.
Да, у тебя проход есть, можешь. Нагибать. А давай вампиру дам проход. Дал бы уже давно там кому. Да блин, не сплошная земля, ну что такое? Сейчас задровываемся. Блять, я проход крутанул. Да, шикарно. Карм разросся. Так, сейчас пойдут волки. Беспощадный волк, конечно. Мне надо понасливать тут. Да что, подожди, ждем пока. А, там типа. Подожди, ждем пока. Типа оборотня оттуда убрал или что? Я убрал этих. Я убрал землю, убрал. Что еще убрал? Что ты еще там убрал? Ёбаный стыд. Сейчас он его 2-2. А, нет, он только... Он его сейчас 8-9 или сделал. Он не смог никого выкинуть. Он похилялся бы. Если бы у нас карты по From the Game вот, были. Смотри, видишь, 8. А. Ты вот в этом плане. Да, да, да. Но это все шляпа. Надо просто сейчас начать, наверное, колосса выставлять и идти в атаку. Хватит это терпеть, потому что у него тоже масса так-то растет. Личинками, но растет. Учите там вон там два раза пробежай каким-нибудь толстым. Ну не два. Мне бы сейчас это. Надо, короче, сейчас что, выставлять, короче, коня и все. И пускай он там с конем что-то делает. Ну да. Ну просто прикол в том, что вот этот волк, который сейчас 6-6, он 2-2 изначально. 2-2. Простое существо, которое уже 6-6. А если я наберу каких-нибудь вообще ебанутых волков, блядь? У меня там есть один. Прям он вообще безумец был. У меня сплошного мало. Блять, не хватает на разбойничь прохода. Тогда дровнемся. Давай еще одну карту. Еще раз дровнемся. Женелька и волокут. О, волокуты, смотри, и лесные обхочется. Тебе бы туда этот вечный дозор. Вечный дозор нужен, да. Раз уж ты туда белую добавил. А, ну и просто там вот это есть-то, который типа все твои существа получают +1/+1. А, или +1/+0. И неразрушимость до конца хода. И все да, просто и все просто там бреются со свистом. Ну да, ну да. То есть надо трехцветку сделать и какую-нибудь чару такую беленькую взять. Чё это за параша вылезла? Это... А, перепроходит с козелеком. Вот так себе. Чё-то там, блядь, крутит, падает. Вселяет его. Ну, первопроход с этого толку вообще ноль сейчас. Ну, у него маны столько нет, что всех это проигнорировать. А, ну да. Блядь, сколько я тут слышу карт. Там уже просто такая стопка, короче, управо. Ну, знаешь, просто взяли вот так вот и кинули на стол. Все валяется везде. Ну, я бы думал, может, они как-то переделают маленько более понятно нанесение дамага. А тут, короче, было, что
Во-первых, когда я вот эту вот кручу, вот эту гиропунскую сеть эту, она сама, короче, эта чара уезжает куда-то под другие, короче, под эти все токены. Я там просто, короче, пытаюсь ее выловить, чтобы сактивировать ее способность снова. Так, пилигрим. Пилигрим тоже тема, кстати. Сейчас мы что-нибудь вытащим. Так, можно полет вытащить. Кстати, да. Могу даже на твоего какого-нибудь полет кинуть. Знаешь, на кого? Ты еще бы попасть в этого кого-нибудь. В какой-нибудь такой, мерзопаков. Вот 7-8 какой-то. Колючие волки. Давай, давай. Так, это точно они, 7-8. Нахер вообще нужно. Вроде попал. Нормально. А, ну вот там, короче, пытался заблокировать в другом случае этими, короче, зомбями там заблокировать дофига, короче, бегущих существ. А их там просто пачка бежала. И я там, блин, запарился и выбирал. Короче, в итоге проиграл, потому что не смог там одного нужного блокнуть. Ну, в принципе, просто затянул как бы игру. Мы выиграли. Ну, почти. По идее, ты тут мог дать кому-нибудь. Да, я знаю, но я почему-то, видишь, перестраховываюсь. Ну да. Опа! Теперь же так просто не полетаешь. Ну, почему? Все, я сейчас кидаю эту шляпу, мы выиграли. А, ну. Выиграли так. Мне непонятно, почему у него постоянно этот посланец вампиров за повернуто. На повернутой, что ли? Почему она не разворачивается? Мне кажется, ее поворачивает, потому что... У нее какие-то проблемы, как мне кажется. Там типа, поверни союзника, а... Сбросьте карту, возьмите карту. Ну, нашел, однако, кого поворачивать. Так вот, если она повернута, жизнь дает. Ну да, но, блин, она же блочит. Опа, смотри. Ай-яй-яй. Да, поверни, я ж целый один демедж нанеси, не могу, блин. Это просто, как... Это новое слово. О, отлично. Кто-то станет травм. Чё там 8-10 у нас с полетом, которого могут блокнуть? Вот так вот смотри. Опа! Опа. Он хочет стать 11-12. И он хочет, чтобы его не блокировали. Не, ну... Не, он с трампом уже ведь был. А, кстати, он и так был с Трампом. Да, он, они все волки с этим вот, Трампом. Давай да. Еще дровнем. Еще волка сделаем. Какой-нибудь ужасный. Что там нам летит? Просто можно было не его сделать, типа, Unblockable, а кого-нибудь другого. Ну, там а уже... Да? Это там есть вон синенькая мана. Это зелененькая. Это в синяя. Ну я скромный. Ну и так, на всякий случай. Ну да, вдруг чё? Ну как, вообще это зря, конечно, потому что там он просто всех блокает. Моих они.
улетают. А вот только флайерами. Короче, мне было лень объявлять как надо, и я просто их ткнул этой кнопкой. Да нормально. О, и что-то стали давать за победу. Монетки 30 или что? Наверное, обновилось это. Ну, короче, я вот когда доигрывал, я уже 400 лимитов, ну, срубил как раз дневных. А сейчас они вроде... Мне вот недавно написали, типа, что чувак, типа, это... Хватит. А сейчас они вроде уже обновились. А, типа монетки тебе пошли? Да. Понял. Так, что дальше? Ну что, у меня пока этот качается еще. Так, приглашаю. Лунец. Знаешь, сколько еще осталось? Еще гиг докачивает. Ну, 40% написано. Это, в смысле, клиент? Или, или обновление? Ну, игра, которая качает. Вот клиент игры скачивает игру и обновление все это. Что за клиент, который, ну, уже обновляется, типа? Да. Понял. Не, ну сейчас просто сразу игра скачается, которую можно сразу... Она может быть юзабельной. Понял. Ну, то есть, типа, он у тебя был установлен, просто ты какое-то время не заходил, и там не скачались какие-то обновления. А, нет, нет, нет. У меня вообще его на этом ноуте не было. А. У меня был на старом ноуте, я же ноут менял. И сейчас скачивается все вообще. Угу. Я тут вот на десятку менял. С восьмерки на десятку. Да там разница только то, что этот. Не скажи, чуть-чуть шустрее стало. Да? Потому что восьмерка тормозная была, как я не знаю кто. Я хрен узнать, я вот как вышла десятка, я сразу попытался все установить, потому что... Мне очень нравится, в новых версиях они очень быстро проблемы разбирают. Вот видишь, это вот раньше... Допустим, на семерке. Отослать отчет? Да. Отсылаешь, и типа, мы решим эту проблему. А здесь ты нажимаешь устранить проблему, блядь, он прям тут же в интернете ее решает тебе. Прям сразу, вот, блядь, что-то скачивает и тут же чинит комп. Угу. Вот это прям круто. Ну, я вот ждал там, я сразу не стал искать, потому что меня как бы устраивало. Ну, восьмерка была, устраивала. Ну как, она там притормаживала, ну, я думал, что... В принципе, так и надо. Какие-то проблемы там с многозадачностью просто вот, может быть, у этого компа. Ну, то есть это как-то не то, чтобы сильно раздражало, и там при специфических условиях возникало. То есть, ну, можно было. Жить можно было. Ну, плюс тут все там установил, на всякие проги там все. А тут вот уже как бы, ну, подходит, когда, ну, стала подходить вот эта дата, что типа уже нельзя будет там бесплатно обновиться. Это, ну, все равно как бы надо, потому что тут лицензия же стоит на ноуте. Если бы не стояла лицензия, мне бы вообще было пофигу. Там, я на прошлое так как сидел там на XP там, допустим, не XP там с ушами хватало. Ну, говорят, самая четкая винду, это, короче, седьмая. Какая-то там edition. Она вообще, понял, под игры заточена была. Ну вот XP, там, Series Pack 3, семерка. Там просто некоторые игры там уже они просто не работали, допустим, в XP, или там с бубном маленько. Допустим, вот Magic. Magic, короче, там, типа, там четко либо семерка, короче, либо я не работаю. А, вон как даже. Да. Так. Опа, и мы получили преимущество. На одну жизнь. Да? Мы получили преимущество. После этого глашатая. Теперь он, короче, дает плюс один жизнь, короче, за каждую чару разыгранную, что, в принципе, не так уж и плохо изначально с игрой. Ну чё хреново, так это то, что это, у меня нету усиливалки, я сейчас не смогу нормально дровать, блядь. Кстати, да, я что-то забываю, что... Так, надо вот эту мою чёрно-бело-красную
зеленый туда вместо какого-то цвета посадить, может быть, вместо красного. Ну, потому что там как раз вот этот чувак будет, да? Ну. И там какие-то свои чары. Херово. Там этот сосуд зарождения, по-моему, он круче будет, чем вот это красное, которое мама дает просто. Может быть. Да, наверное, красное надо выкинуть. Это надо тестить. Угу. Мне там уже типа комп говорит, ты чё, типа, у тебя же там 30 колод собрано. Становись. Ну, ограничения по колодам там есть. Типа. Блядство. Угу. Так, а что у меня есть? Ну, ждем, что делать. Волка сейчас бессмысленно стало. Да. В любом случае, чем дольше мы играем, тем... Вот мне, например, это на пользу, блядь. Я смогу потом выставлять, дробить, а еще пацанов этих, если флипну, вообще будет шикардос. Да, главное, чтобы там ничего не стало лизать. Да, главное, чтобы чара пришла, вот это вот, пол своим, плюс один, и все, я сейчас начну прям колоду эту теребить, как писюльку ежи. Так, стоять. Фу. Да, нам не нужно это, два... Так, вот это вещь мы выкидываем. Так, а еще у меня был вариант просто ветром и вернуть. А, ладно. Ой-ой-ой-ой-ой. Типа, печальное вот, дело настало у нас. Вот кого надо было контрить. Да, да, да. Но кто знал, кто знал. Ну да. Толку, что на Ивиду, да. Да, это уже плюс один, потому что... Защитник. Ну можно... Ездишь, блядь, а? А можно вернуть просто ветром эту горгулью, и твой пробежит там на два, правда? Что сделать-то? Говорю, горгулью можно вернуть. Давай, возвращай горгулью, я как раз ей пропишу. Это мгновенное же? Да, ну ты сразу беги. Давай, возвращай. Пусть не радуется там. Так, она сейчас 3D же не сможет написать, она перевернуться сначала должна. В смысле? Ну, у Орлин там есть, это одна из обил, там три дырки нанести. Есть, а сейчас она, если сыграет волка, то она перевернет. Блять. Так, ну я волка могу. Можешь вернуть его в руку? Могу. Давай. Блять, это же еще дроп. Хорошо, у меня зомби под контролем не было. Ну да, я бы сейчас приехал, блядь. Ёбаный конь. Лошадь! Кошмарная лошадь просто. Её можно чем-то у тебя убрать? Пока не вижу чем. Особо нечем. Ну, либо сейчас он эту фигню. Чего это? Дух. А, он что? Призрачный пастух. Призрачный петух. Да, он умеет себя возвращать в руку. Верните петуха по нашим контролям. Это типа Варлин хотел пробежать. Ну, блин, да, не получается. А нет, он стал с ускорением. Это плохо.
Что, из убедительностью еще? Да. Вот Орлин, вот стерва. Че творит-то, а? Так, я могу положить двух зомби. Наверное, это я и сделаю. Mm-hmm. Ну, потом можно будет тут хватку на алтарную жатву сыграть. Ну и поставил бы коня. Думаешь? А чё, пусть страдает. В любом случае я его солью, если чё, потому что у тебя там... Да у меня фигня, ну чё там, ну... Жатва, ну 3 будет стоить, да пофигу. Эти я все равно не могу сыграть. Ну да. Пока что. А сечу я их там с этого, с мозга. Может он убьет его сейчас? Ну, может быть. Блять. Ну, или все равно 4-2. Я убиваю его, фигас. Ну, еще Орлин его не побахал. А, ебать, точно. Блять. Может быть она не будет настолько умной. Знает. Ты знаешь, что он там замышляет своей мерзкой маленькой головкой. Слушай, мне кажется, скоро придется переплетение шупалец играть. Возможно. Так это, слышь, что, всплеск сыграй и 8-8 сюда положи. А? Так, ну... Так, а там сколько маны-то? Ну, там все равно 5 маны надо. 5 маны, это если сейчас я разыграю какое-то заклинание. Блин, ну вот. Бля, хуй его, как. Ты просто его побочить можешь. Ну да, давай, приказ нам самим пока что не нужен. Потому что сейчас надо все это дело возвращать в руку, это ужасно, понятие. Или можно пропустить, потому что... И все это вернет? Потому что пока мало жизни ладно, много. Ладно, да-да-да, давай. Смотри, мана пришла. А, ну тут еще такая засада, что надо, чтобы что-то было сыграно, чтобы оставалось всплеск играть. Ты хочешь задровать карточку? Ну да, землю. Так, а почему я не могу? А ты можешь сыграть алтарную жатву? Подожди, да, конь. Конь, да. В плане попалась ошибка. Так. Так, вот это хорошо уже. Ну да, но. Да, но. Но. А, ты думаешь, лучше угасание, чем всплеск? Я думаю, надо да, убрать это все, смотри. Нет, на столе-то, в принципе, ничего такого не стоит, а всплеск просто еще чары мои снимет. Да, ну так ты теряешь 3 существ, а он теряет всех существ. Ну да, и у меня, подожди, у меня даже, кстати, ничего нет. Волка нам зря разыграл. А хотя волк-то выживет. 5-6 который. Нет, 5-6 выживет. Вот и все, ёпч, блядь, что много надо, что я ему сейчас сразу в эту... В кибитку пробью, блядь. Вот еще что это такое, блядь. Надо убирать это все, это точно нам не нужно, блядь. Так, ну прикол в том, что... Ёпта, что такое? Там надо будет и сыграть. Вопрос о волках, да? Одного уже нету. А, это... Это нормально, нах. Это был один из тех, кто хотели сдохнуть. Давай, выставляй свою погонь, сейчас, блядь.
То есть угасание, да? Угасание. Угасание самый отличный расклад на данный момент. А если чё, переплетение щупалец с всплеском. Хватит! Ну, сейчас... Давай, я коня сливаю сейчас. Сейчас можно его слить. Это мы что-то слишком много наполучали в лицо. Правда, вот этот долбанный флайер, он сейчас не сдохнет. У него этот каунтер на него. Как он его положил? Ой, хорош. Так, сейчас играем. Так, оп. Угасание. А, смотри так. А он, сколько она была? 4-2, что ли? Нормально. Получи шишкаря, козёл. Ебать, ещё и коня можно туда впендюрить. Так. Секомовидного чана поставить. Чё-то мне не нравится этот чёрный. Чё, коня ставить, слышь, чё? Ну... Давай, ты же, у тебя мозг в банке есть, ты разыграешь, если чё, все. Ну да. Не, просто он чё сидит, блядь. Чё разыграю? Переплетение? Ну, щупальца. Я даже вот так сейчас сделаю, блядь. Получи, тварь. Получи фашист граната. Но? Пидераст. Пидусы какие. Ну ничего, тут волк на самом деле храпит, ебать. Не такой уж и простой, как кажется, блядь. Че, а че с ним? А он, ебать, пацан, серьезно. Это не 3-3, это 7-7 тут, считай, сидит. А, вот этот вот? Да, что? Вот этот вот иглистый волк. Это... Нет. Ну и ладно. Ну ладно. Если вот. Пробивной удар на эту дуру, то будет, да, работать? Ты что делаешь? А, просто усиливаю... Блять, вот бы ускорение на него втащить сейчас. Нет, сейчас ты ему ускорение... Ну, нес... ну да, это верно, блять, что ж такое-то, а? Почему это помогло? Так, можно скаба сыграть. Подожди, не кстати. Сыграю, у меня может женщина перевернется. Не, скаба. Ну это же заклинание. А, ты. Ну уже чё вытаскивай. Так, у меня что-то за 5 маны есть. Блин. У тебя сейчас все, что за 4, уже за 5, а за 5 уже за 6. Не, у меня через мозг там. А. Так, а что мне тут вообще поможет? Смотри, время уже больше половины. Так, устрашение. Все равно его сыграть не могу. Кстати, ты можешь убедительным устрашением убрать посланницу. Не? Могу, но в другой жизни. Хорошо. А ты чуть... Ага, все. Ну, затапал. Я думаю, надо ее убирать, да? А тебя там не заблочат? А, у тебя пробивной удар? Ну, мы ее в любом случае сейчас... ломаем. Ну, отлично. А он, наверное, не будет блочить.
А все, нам тогда угроз больше особых-то нет. Да. Вот так вот легко она мечом вдаль. Эрлин, ты куда постёшь? Ну, что с тобой? Что это было? А, вон оно что? Ну, господи, это коса дурацкая. Ну, смотри, если ничего не разыгралось, эта пацифистка превращается в защеканку и начинает гадости делать. Блять, он ее перевернет прямо сейчас. Кстати, косу можно вернуть в руку, тогда он просто существо. Короче, шляпа. Ссаный наставник, блядь. Ну, зато это не перевернулось. Так, у меня всегда есть щупальца в кармане. 4 или 3 прилетит. Площадь? Да не. Жалко. Да, это коня же... отдавать на эту единичку. Это же кони. Сейчас, где мои чары? Давайте, выходите, мать. Где волки? Где вся эта движуха, блядь? Ой, блядь. Похоже, движуха у него. Ну. Ну чё, хуёво, этот волк не будет тройкой. Этот волк не будет тройкой, но у него будет ускорение. Он будет 2-3, и я не дровну карту. Так я вообще ничего не могу. Типа ничего не играть, пусть они там перевернутся. Она. Оно. Да, пускай, наверное. Ну чё, кто больнее бьет, что ли, блядь? И она потеряла ламхольскую пацифистку. Не факт. Да и насать. Подожди, она сейчас хотела перевернуться, да? Нет, убирай этого дурачка. Вернуть, да? Да. Типа лучше она не перевернется, чем сдохнет. Причем он его и скинул, потому что у тебя зомби стоит, да? Он... Охуительно вообще. Он не обязан прям вот именно его скидывать, он там, по идее, должен... Там что-то, походу, сидит, интересно. Он, по идее, должен любой... Да не, он, скорее всего, там как... Там она просто вот была в той стороне, первая, после возврата, вот он ей скинул. Это же компьютер, он он такой, не озадачивает. Как повезет. Все у него, блядь, летает, посмотрите на него, а. Угу. На 8 такой. Кстати, надо поскраить. Так, не 5 жетонов получается, ничего, надо 3 оставить. Так, 5 у меня оставить, 3, значит 2. Господи, веселые вычисления. Угу. Как-то преступно мало жизни остается. Да. Кажется, с следующего хода, если мы сейчас ничего не сделаем. Есть щупальца же всегда.
Но они же не мгновенные. Не мгновенные, но они... Не хороши вот сейчас. И вот она. Они хороши, короче, вот сейчас мы типа проатакуем, а потом их сыграть. Сейчас атакую и ничего не плати, а в конце хода еще разыграешь что-нибудь. Подожди, зачем? Я хочу сделать или не делать? Я щупальца сыграю. А я колосса выставлю, да? Потом. А сейчас, мы в атаку побежим. Давай, сейчас в атаку. Ну, кстати, мне хорошо будет тоже, что вернется скалап. Давай. С плеском у тебя 8-8 на столе, да? Угу. И ты сможешь что-то выставить. Ну, шикарно. Я вот так сыграю сейчас. А еще знаешь, что сделаю? Волки. Еще и дровно, блядь. Угу. И земля вышла. Бля, вообще шикарно. Комбо. Что теперь ты сделаешь? Ты комп. У тебя курица сидит на плече. Сидит, пускай. Дракон вообще-то. Да какой это дракон? Это какой-то... Скукнарейка какая-то. Там для буйства не хватает одного типа карт на кладбище. Жнец обоссанный. А смотри прикол, вот если на столе стоит этот тип перевернутый, просто все за единичку вылетает, смотри. Раз, ебать. Там знаешь, какой дров начинается. Выходит еще один тип такой же, переворачивается, я просто их выставляю бесплатно, вот этих, видишь, двоечки, волки вот эти. Который лесной стаи? Да, вот этот, который вербовщик, когда он переворачивается, я тебе говорю, вот они бесплатно вот эти начинают все идти. Mm-hmm. Бесплатный дров, бесплатный баф, бесплатные бонусы, там ужасная такая комба. Ты, блядь, тоже, блядь, успел расставиться так. У него откуда пацифистка? Не знаю. А чё? Очередная, блядь, предательница, проститутка. И в атаку не сбегнул. Так, смотри, просто нам нужно что-то, что может убрать вот эту летающую шляпу. Так я сначала головоломку. Бля, есть у тебя что-нибудь, что убирает летающую? Только ты коней не начал уставить. Так, что-то, что выбирает летающее. Хотя, подожди, у меня есть конь. Не могу его выставить. Ну, там уже стало хорошо так выставить. Да я могу народу нормально понавыставлять так-то. Там подрог еще. Ну, что за звук был? Это у меня что-то? Это загрузился. Давай, сейчас что-нибудь нормальное мне. О, обновился. Хорошо, земля. Давай еще. Я узнаю, как это звук. О! М? Вылез, блядь. Блядь, надо колосса вытаскивать, да? Ну смотри. Я вытащу что-нибудь, что уберет воздух, блядь, чтобы его просто не было. Так, что-то у нас есть тварь во льду. Кстати, звон, так, подсказание. А. ТТ возьму. Кстати, звон. О, эти, блядь. Они ползут уже за ними. Думаю, мы быстрее победим, чем... Я, короче, понял, разыгрался только карты и, считай, ничего не потерял, блядь.
Ну. И что, этим октопусом иду в атаку? Да, иди. Чтобы он потерял какое-нибудь существо. А мне идти нет. У тебя кто там? Пацифист который? Пацифист. А ему, блядь, придется смотреть, подожди. Вообще можешь, там три блокера остается. Да, это, блядь. А, хотя что, ему просто нужно одному заблочить. Он это сейчас убьет. Возможно. А чтобы ее убить, там надо двух. Ну. Ну да. А чтобы его убить, надо. Нормально. За щеканки умерли, короче, друг дружку это. 2-1 обменялись. Так, что он там? А, он вот хочет. Это хуёво. 4-2. Он хочет летать. Да, я тебе вот про это говорил. Сейчас нам прилетит нормально. Ничего, у меня там потом из-под половиц кто-то выхлопнет. И полечит нас на. Бля, вот это мне нужна хрень. Бля, вообще шикарное говно. Какой же шикарная вот эта родня Ульриха, как она мне нужна, бляха-муха, это же вообще. Ну, в смысле, нужна, она же у тебя есть. Нет у меня родни Ульриха. Или есть? Ну, что, разве нет? Слушай, если у меня есть родня Ульриха, то я осел вообще. Не, ну, вообще... Это, что там, Коман из... Из Инистрада. Ну. У тебя сколько там сета открыто? Половина? 40%. А, 40%. Ну. Если 40%, то может не быть. А что опасно? Во-первых, я получаю жизнь. О, ну ладно, хорошо. Но это уже не так опасно. А теперь, ну чё, я октопусом бегу, там кто-то должен блокать. Ну я воздух сделаю сейчас блок. Угу. Там все могут побежать. Ну, кстати, да, и вот, вот так сейчас. Собственно. Если только не туман, там... Тогда нам пиздец. Давай пугало возьму, у него 4 жизни. Да и ты не особо пиздец, вон там 2 блокера-то есть. Всем хороши эти зомби, такой, почему они некоторые появляются повернутыми куда-то не туда? Вин. Да, даю денежку.